Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне, в час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам протянутую руку ты кладешь участие свое, может, обо мне напомнил другу, чтоб он в сердце заглянул мое, может, в тишине из вечной книги утешение свое даришь, может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей». Это лишь с тобою, незнакомым, может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою, и где я к тебе могу прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешения средь скорбей. Проходя ж с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых благословений освежает блесклую листву и смывает пыли наслоенья, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе. Посещай и дальше утешая, Дух Святой, меня здесь на земле. Аминь.